10 полезных свойств яблочного уксуса, о которых вы хотели бы узнать раньше. У знаменитой соды появился конкурент на звание универсального бытового помощника. И это никто иной, как яблочный уксус. Сейчас он скромно стоит в кладовке вместе с другими продуктами. Но после просмотра этого видео вы уже никогда не сможете воспринимать бутылку яблочного уксуса как должное. Помимо того, что он добавляет изюминки салатам, яблочный уксус может стать заменой некоторым косметическим и медицинским препаратам. Гиппократ, отец медицины, восхваляет полезные свойства этой жидкости. Она может вылечить солнечный ожог, очистить печень от токсинов, облегчить изжогу, отшелушить кожу и устранить перхоть, и вообще обладает многими удивительными свойствами, в которые действительно трудно поверить. Сегодня Эдми поделится с вами 10 лучших полезных свойств яблочного уксуса. Прежде чем мы начнем, нажмите на кнопку «Подписаться» и на небольшой колокольчик уведомлений. Теперь вы не пропустите полезные советы, ежедневно появляющиеся на яркой стороне жизни. Давайте начнем с номера 10. Устраняет перхоть. Выйдя из тени на свет, вы вдруг замечаете у себя на плечах крошечные белые хлопья. Нет, это не снег. Неловко. Вы пробовали разные шампуни против перхоти, но они только усугубляют и без того неловкую ситуацию. У вас руки чешутся решить проблему и положить конец этому состоянию. Смешайте равные части яблочного уксуса и теплой воды в бутылке с пульверизатором. Когда помоете голову шампунем, распылите смесь на волосы. Наденьте шапку для душа и оставьте на 15 минут. Смойте теплой водой. Наносите средство 1-2 раза в неделю. Номер 9. Отшелушивает кожу. Вы потратили десятки тысяч рублей на средства для лица и шикарные крема для кожи. Но упрямые акне и прыщи не соглашаются вас покинуть. Тут в дело вступает могучий яблочный уксус. Он может решить такие проблемы эффективно и при этом экономно. Всего за пару рублей. Потрясающе! Сделайте натуральный тонер для кожи, смешав 2 стакана воды и 1 столовую ложку уксуса. Смочите ватный шарик в растворе и нанесите его на чистое сухое лицо перед сном. Не умывайтесь, чтобы яблочная и молочная кислота в уксусе смогли поколдовать над вашей кожей в течение ночи. Номер 8. Уксусная ванна. Если тонер для лица с яблочным уксусом приносит положительные результаты, почему бы не пойти дальше и не сделать уксусную ванну? Мы знаем, что подсказывает ваша любознательность. А разве я потом не буду пахнуть кислятиной? Не-а. На самом деле он убивает бактерии, ответственные за запах тела. А еще яблочный уксус восстанавливает естественную кислотность кожи, уровень pH, делая ее ровнее и здоровее. Ваша кожа должна поддерживать кислотно-щелочной баланс, равный 4,5-5,5. Но он меняется из-за химикатов, содержащихся в мыле. Вот как приготовить уксусную ванну. Заполните ванну теплой водой. Налейте в воду 1-2 стакана яблочного уксуса. Заберитесь в ванну и отмокайте в течение 20-30 минут. Ополоснитесь прохладной водой. Номер 7. Облегчает боль в горле. Остановите приступы кашля и зуд в горле с помощью яблочного уксуса. Совместные исследования Университета Конкук в Сеуле и Индийского технологического института Мадраса в Ченнаи выявило, что он обладает антибактериальными свойствами, которые могут помочь вылечить боль в горле. Выберите свой вариант. Можно добавить мед, лимонный сок или зеленый чай. Первый вариант – это лимонный сок и пакетик зеленого чая. Смешайте 1-2 чайные ложки яблочного уксуса и лимонного сока в 1 стакане теплой воды. Положите в стакан пакетик зеленого чая. Второе средство от боли в горле – мед. Растворите 2 столовые ложки меда и 1 столовую ложку уксуса в кружке теплой воды. Пейте любое из этих средств, пока боль не пройдет. Номер 6. Лечит инфекции носовых пазух. У вас болит над глазами или под ними? У вас хриплый и заложенный голос? Когда вы прочищаете нос, то выделение желтого цвета? Если вам все это знакомо, скорее всего, у вас инфекция носовых пазух или синусит. Облегчите свою жизнь, попробовав домашнее полоскание или ингаляцию. Для полоскания смешайте 1 чайную ложку яблочного уксуса в стакане теплой воды. Медленно налейте смесь в ладонь и вдохните ее через нос. Поскольку есть шанс, что уксусная смесь может пролиться на руки, попробуйте домашнюю ингаляцию. Для этого средства вам понадобится кастрюля, полотенце и стакан. Смешайте полстакана уксуса с половиной стакана воды. Вскипятите до появления пара, выключите плиту. Оберните полотенце над головой и шеей. Осторожно вдыхайте пар над кастрюлей. Выполняйте одну из процедур до полной победы над инфекцией. Номер 5. Убирает раздражение от бритвы.
Главное последствие тщательного бритья – раздражение. Нежелательные волосы удалены, но их заменило противное сыпь и жжение. Ауч! Как сложно сделать кожу идеальной! Благодаря противовоспалительным свойствам яблочного уксуса, теперь можно легко избавиться от раздражения. Налейте яблочный уксус в стакан. Можно смешать в равных пропорциях с водой, если у вас чувствительная кожа. Нанесите небольшое количество на ватный шарик. Промокните им проблемный участок кожи и дайте подсохнуть. Смойте водой. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день, пока не почувствуете облегчение. Номер 4. Убирает синяки. Синяки от травмы или чрезмерной физической нагрузки могут проходить неделю-две, но след от них обычно проходит только через месяц. Ускорьте процесс, нанеся на проблемный участок яблочный уксус. Вот что нужно делать. Смочите чистый кусок ваты яблочным уксусом. Приложите к синяку. Оставьте на час. Ополосните. Номер 3. Облегчает изжогу. О, нет, это никак не связано с пожарами. Как понять, что это изжога, также известная как кислотный рефлюкс? Вам сложно глотать, вы кашляете, у вас болит верхняя часть живота, как будто жжет внутри, болит горло, а во рту кислый привкус. Можно уменьшить ощущение жжения в животе, выпив стакан воды, смешанный с 2 чайными ложками яблочного уксуса во время приема пищи. Номер 2. Очищает печень от токсинов. Печень – наш самый загруженный орган. По данным Medical News Today, она выполняет 500 разных функций в организме. Среди прочего, печень расщепляет еду, которую вы едите, помогает крови сворачиваться при травме, улучшает метаболизм, хранит витамины и минералы и укрепляет иммунитет. Из-за напряженного графика, да, у нее больше дел, чем у вас. Печени приходится часто восстанавливаться, потому что главное условие для хорошей работы всего организма – она всегда должна оставаться здоровой. Однако регенерация печени занимает слишком много времени или проходит неправильно из-за нездорового образа жизни и злоупотребления алкоголем. Помогите печени восстановиться, выпив раствор яблочного уксуса и вымыв вредные токсины. Размешайте 1-2 чайные ложки уксуса в стакане воды. Пейте перед едой. Можно добавить немного меда, чтобы перебить кислый вкус. Номер 1. Лечит солнечные ожоги. Солнечные ОФ-лучи беспощадно портят кожу. Прогулка по пляжу или просто по улице в обед может привести к солнечному ожогу, особенно в летние месяцы. WebMD советует не выходить на улицу между 10 утра и 2 часами дня. Но что, если работа требует пребывания на улице? Дайте целебным свойствам яблочного уксуса помочь вам почувствовать необходимое облегчение. Смешайте равные части воды и уксуса в бутылке с пульверизатором и нанесите на проблемный участок. Если у вас нет бутылки с пульверизатором, возьмите чистую ткань и смочите ее в растворе. Прежде чем вы попробуете советы в этом видео, помните об общих рекомендациях. Сначала нанесите уксус на небольшой участок кожи, чтобы проверить, есть ли реакция на него. Избегайте области ушей и глаз при нанесении. Убедитесь, что он содержит матку. Что? Что еще за матка? По словам Брега, одного из главных производителей яблочного уксуса, матка – это темное, мутное, паутиноподобное вещество, содержащееся в уксусе. Простыми словами, это секретный ингредиент, который делает яблочный уксус таким эффективным. Покупайте только органический, сырой, свежий, нефильтрованный, необработанный термически и непастеризованный яблочный уксус. Вы знаете другие полезные способы применения яблочного уксуса? Поделитесь с нами в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео и нажать лайк, чтобы все знали, как прекрасен яблочный уксус. Следите за нашими новыми интересными видео и присоединяйтесь к нам на яркой стороне жизни.